Находимся в Малореченском. Мемориал памяти погибших на водах. Храм святителя Николая. Все запрещается. Все разрешается. Ну вот, мы здесь, собственно, то и были. Мы идем в музей. Мы идем в музей, пока кто-то тормозит. Так, вход в музей. Якоря здесь у нас. Вот большой якорь. Света взяла там все, что надо. Так. Ну, вот такой вот храм святителя Николая. Память погибшим морякам на водах. Такие вот кресты с якорями. Так, ну, там море вдали. Такой вот якорь адмиралтейский, Англия, 1850 год. То есть это английские еще якоря 19 века. Здесь представлены. Запах очень приятный, пахнет соснами. Сейчас мы пройдем музей. Вон побережье, впереди Аюдах и Артек. И Алушта. Берег в основном галька. Красивые сосны. Так, запрещено фото-видеосъемка при входе в храм. Храм святителя Николая Мирликийского освящен предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея Руси 15 мая 2007 года. Создан на пожертвование Александра Лебедева, Юрия Кудимова, Вячеслава Юткина. Вот так вот. Это вот мемориал. Теплоход «Белосток», линкор «Новороссийск», пароход «Адмирал Нахимов», теплоход «Армения» 41 год, атомная подводная лодка «Комсомолец» 89, дизель-электроход «Булгария» 2011 год в Татарстане. Погибшим. Памяти экипажа атомного подводного крейсера «Курск», погибшего при выполнении учебного задания 12 августа 2000 год. Морякам-пограничникам, в общем, вечная память морякам-пограничникам. Вот такой храм прекрасный.